Хотя сдача быстро возводимых ковид-госпиталей в Старомосковье и под Белгородом все время сдвигается, власти уже озвучили планы по ним на весну. Заместитель губернатора Владимир Базаров заявил, что территории возле инфекционных центров благоустроят. Их огородят, проложат дорогу и тротуары, разобьют парки. Благоустройство – это последняя точка, которую нужно сделать, цитата. «Красоту начнем наводить, когда погода позволит», – пояснил Базаров.